есть почему, как мне показалось, он очень популярен среди дам моего возраста, да, то есть в районе 50, потому что в нем есть очень откровенный отсыл к классическим, теперь уже во многом винтажным кожаным шипрам. Я в нем почувствовала мисс Бальме от Бальме. Кто-то услышал в нем отголоски Эллипса или Кабушара. Кто-то услышал Жозе. Каждый ищет свое. Наверное, поэтому мы его так и полюбили, так и схватились за него. Правда? Никогда я не думала, что меня так зацепит. Вот вроде бы такой простой, не слишком затейливый аромат. Я не скажу, что он суперсложный. Это повседневный парфюм. Ну, вот, ну, ничего не могу плохого сказать о нем пока. Ганимед от Марка Антуана Баруа. Такой классический аромат на новый лад. Да, этим он и цепляет.